Последняя победа у нас была, если не ошибаюсь, над питерским «Зенитом» 2-0 домашний. Ну, где-то не везет, где-то сами себе голы привозим, как это было в Грозном. Вот. Я на пресс-конференции сказал и статистику смотрел. Два удара, два гола соперника. Даже и второй гол – это не удар, а прострел. Так можно сказать. Ну, больше стали на тактикой работаем. Потому что, зная, как Уфа обороняется всей командой, компактно, плотно. Просматривали их последние игры. С ЦСКА мне команда понравилась их в первом тайме. Даже могли первую повести в счете. Вот. Так очень внимательно просмотрели игры. Сделали для себя выводы. Вот. Сегодня поработаем, завтра поработаем. И в воскресенье уже. Вот. То, что игра будет тяжелая, это точно. Как оцените форму новичков своей команды, и Игнатьева, и Хенти в первую очередь? Ну, так они набирают, потому что большая проблема, так как они не были с нами на призывных сборах. Вот. Хенти в команде 2 недели, Игнатьева, я и так хорошо знаю, на что он способен. Но потихоньку приходит в себя. Но в старте воскресенья, наверное, еще рано ожидать. Ну, зачем бежать впереди паровоза? Все узнаете. Сезон возобновился, и многие жалуются на отсутствие игровой формы. В частности, вот Вилош Боуш после Бенфики сказал, что не хватает игрового тонуса. Вы как считаете, действительно не хватает, или вы уже забыли, что были сборы, и чемпионат уже вовсю идет? Да, мы уже забыли, что были сборы, уже чемпионат, мы уже отвлеклись от этого. И то, что уже в Лиге Европы мы сыграли 2 игры. Потому что я, в крайнем случае, в этом случае, на это сваливать не собираюсь. Игорь Геннадьевич. Я ищу себе оправдание в этом, что не хватает. Это наша проблема. Игорь Геннадьевич, только что стало известно, что Марината Гилерман получил свой первый вызов в сборную страны. Как вы считаете, заслужил? Конечно, заслужил. Я считаю и буду считать, что он один из лучших вратарей в премьер-лиге. Все по делу, что вызвали сборную. Игорь Геннадьевич, многие ждут, что Хенти станет новым Яссо. Не слишком многого мы от него ждем, тем более так быстро. Да нет, я тоже жду. Как и все ждут, вот, и беседы с ним, мы с ним часто разговариваем, он настроен так, заменить Ньясса. Может даже быть лучше, чем он, потому что амбиции у него есть. Такое возможно быть лучше, чем Ньясса в чемпионате России? Почему бы и нет? Возможно все.